Друзья, приветствую вас от лица магазина Электропара. В этом видео я хочу рассказать вам о линейных светильниках двух видов – люминесцентные и светодиодные. У нас они представлены сегодня фирмой Photon Lighting. Магазин Электропара, кстати, является официальным дилером данной фирмы. Photon Lighting. Вот это у нас люминесцентный светильник, вот это у нас светодиодный светильник. Друзья, хотелось бы несколько слов сказать о том, где такие светильники могут применяться. Данные светильники могут применяться для подсветки рабочей зоны на кухне, для подсветки рабочей зоны над вашим рабочим местом, за столом, в кабинете, еще где-то. Данные светильники могут применяться для подсветки в нишах потолков. Им можно найти достаточно широкое применение. Посмотрим, что из себя представляют данные светильники. Возьмем люминесцентный светильник. Средний срок службы люминесцентного светильника 6-8 тысяч часов. То есть средний срок службы лампы данного светильника. Светильники служат намного дольше. Светильник имеет пластмассовый корпус. В комплекте у него идет крепеж, чтобы вы смогли светильник закрепить в любом удобном для вас месте. Сверху у нас имеется крышка, внутри лампочка. В данном случае это лампочка Т4. Также бывают светильники с лампами Т5. Сегодня у нас Т4, мощность 6 Вт. Цветность теплая 2700 кельвинов. Данные светильники могут соединяться в линию, так как имеют входы папа-мама с разных сторон. Соединяются они либо светильник в светильник, либо с помощью коннекторов вот такого плана. Вот такой коннектор мы можем вставить и подключить следующий светильник. Посмотрим, что из себя представляют светодиодные светильники. Светодиодные светильники кардинально что-то другое себе не представляют. Это тот же линейный светильник, но внутри вместо лампочки там уже находится светодиодная панелька. Это светильник Т5. Кстати, у каждого светильника есть на корпусе кнопка включения и выключения. В данном случае у нас представлен светильник мощностью 6 Вт, что равняется эквиваленту 50 Вт лампы накаливания. Цветность у нас 4200 кельвинов, то есть нейтральный белый свет. Степень защиты IP20. Эти светильники, так же как и люминесцентные, могут соединяться между собой и могут соединяться с помощью тех же самых штекеров. Друзья, давайте посмотрим, как данные светильники горят, светят, как они загораются. Для этого мы возьмем сетевой провод. Подключим светильник и включим розетку. Нажмем кнопку включения. Очень быстро светильник загорается, имеет достаточно яркий свет, легкий и достаточно практичный. Светильник люминесцентный, тоже подключим, тоже посмотрим, как он горит. Здесь уже кнопка включена. А этот светильник имеет теплый свет. И также лампочку для выключения. Что ты мне подсказываешь? Свет плохо виден. Свет? Плохо виден свет, говорят мне. Но верите мне на слово, что светильники хорошо. О чем еще хочу сказать, что данные светильники, и светодиодные, и люминесцентные, бывают разной длины. От маленьких до больших. Вы сможете с помощью этих длин собрать для себя какую-то, не знаю, конструкцию. То есть, если у вас ниша потолков, вы можете подобрать определенные длины, чтобы
все тютелька в тютельку влезло, и будет вам свет, и будет вам счастье. В принципе, на этом все. Если какие-то вопросы будут, задавайте их под этим видео. Ссылки на светильники также будут под этим видео. Всем спасибо, всем пока.